В Ореховозуйском районе прошел зональный этап президентских спортивных игр. Школьники соревновались на двух площадках. На базе Дворца спорта молодежной проходили состязания среди городских территорий. На базе районной спортивной школы среди сельских. Наши корреспонденты оказались среди болельщиков. Президентские игры – это спорт не олимпийских высот. Здесь соревнуются обычные школьники, которые тренируются в основном на уроках физкультуры или в свободное время. Раньше я занималась баскетболом год, а потом мне больше понравился волейбол, и поэтому я решила заниматься волейболом. Мы усердно готовились к этим соревнованиям, и мы надеемся, что мы победим. Занимались, играли в баскетбол и в стритбол. Так как у нас нет бассейна, мы не готовились к плаванию. Здесь нет прославленных спортсменов, хотя участников, которые посещают секции, было видно сразу. Соревнования проходили по двум видам спорта – стритбол и плавание. Ребятам нужно было выступить как в личном зачете, так и пройти эстафету. Несмотря на то, что в соревнованиях выступали не профессионалы, спортивного азарта участникам было не занимать. Каждая команда хотела стать лучшей, ведь на кону не только путевка в финал, но и престиж всего района в областном рейтинге. Президентские спортивные игры – это престижные соревнования. Они входят в рейтинг спортивной массовой работы всего нашего района. В прошлом году мы 4-е место заняли. Как сказать, деревянные медали. Было обидно, 15 очков там до первого места не хватило. В этом году мы стараемся выступить лучше. Выступили по 7 видам, и вот сегодня уже, как можно сказать, предпоследний. Остается 2 последних легкоатлетики и выступление кадетских классов. И я думаю, мы на мажорной ноте закончим эту спартиаду и этот учебный год. В итоге нашим спортсменам не удалось войти в тройку лучших. Дальше в первенстве продолжат борьбу школьники из города Раменска и Раменского района, а также Шатуры и Серпуховского района.